того, чтобы добиться успеха в рыбалке, в первую очередь рыбак должен обладать хорошей выдержкой, вот, хорошей силой воли, потому что на самом деле вот эта вот поговорка «без труда не выловишь рыбку из пруда», она относится именно вот к ловле сазана, потому что сазан очень хитрая, очень умная рыба. Вот, и нужно приложить достаточно много усилий, чтобы добиться именно хороших результатов. Вот. Для этого, в принципе, и так как он постоянно учится на наших, скажем так, на нашем опыте и пытается нас перехитрить так же, как и мы пытаемся его перехитрить, вот для этого постоянно и усовершенствуются все вот эти вот монтажи, усовершенствуются оснастки, насадки, прикормки и так далее. Ну, самое главное, опять же говорю, самое главное — это выдержка, знание водоема. Вот. Ну и, безусловно, как я говорю, что все должно быть в разумных пределах, не нужно набивать свои холодильники там и морозильные камеры, раздавать соседям, если вам достаточно поймать одну рыбу и пожарить, ради бога, нет проблем, но не нужно исходить там по 100-200 килограмм, а потом раздавать там всему кварталу и соседям. То есть всегда берите то, что вы используете, не нужно там брать запасом, тогда всем будет хватать, и рыба будет в водоемах, и все будет нормально.